все, короче, забираем с ручника, бросаем потихоньку главную трубу. А он сам едет? Да, он уже автомат, он сам уже будет двигаться. И нажимаем на газ. Водитель троллейбуса с 17-летним стажем Ирина Башко преодолевает первые метры в новом статусе водителя автобуса. Именно на таком совсем скоро она выйдет на маршрут. Женщина одна из первых, кто открыл необходимую категорию. Вместе с ней 6 сотрудников троллейбусного парка. На сегодняшний день у нас включена группа на обучение в ДСА в 15 работников троллейбусного парка, которые пожелали пройти переквалификацию на категорию Б. Период обучения 2 месяца. В этот период работники будут получать среднюю заработную плату. Обучение и экзамены у Ирины позади. Впереди практика на автодроме и тестовый выход на уже знакомый маршрут. Она будет работать на том же направлении, что и на троллейбусе. С управлением проблем нет. Женщина давно водит машину. Осталось наработать практику работы с новыми для нее вспомогательными системами безопасности. Современный автобус удобный и комфортный не только для пассажиров, но и для водителя. На автобусе, конечно, намного легче. Троллейбус все-таки привязан к проводам. Там есть спецчасти, есть стрелки. Первый полноценный рабочий выезд Ирине предстоит 1 июля. К этому моменту она освоит весь функционал нового автобуса. Более половины сотрудников троллейбусного парка продолжают работу на аналогичных должностях в единой транспортной компании или проходят переобучение. Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что люди не могут потерять свою работу. Всех сотрудников трудоустроят без потери в зарплате и условиях. Виктор Лукьянчиков, Роман Юрин, Белгород Медиа.